Более 200 мальчиков и девочек стали участниками районного хореографического фестиваля. Возраст танцоров от начинающих 4-6-летних малышей до уже вполне взрослых и опытных ребят. Творческие постановки самые разнообразные. Здесь можно было увидеть классические, народные, эстрадные, современные номера и даже балет. Алена Арсеньчук занимается танцами уже 7 лет. За долгие годы она освоила много разных направлений, но балет, по признанию девочки, стал для нее открытием. Горящие глаза выдают любовь к этому искусству, а значит, разнообразные балетные па, требующие, кстати, немалых усилий, получаются эффектными. Были сомнения насчет, сможем ли мы выполнить эти движения. Но после это уже как-то входит в ноги, и ты уже не задумываешься о движениях, ты думаешь именно просто о самом танце и как выразить через, ну, эмоции через движение. И так уже нетрудно. Самое главное – собладать собой и вот выйти на сцену. Воспитанники ансамбля «Акцент» детской школы искусств поселка Развилка представили яркий танцевальный номер «Девичий перепляс». Стилизованные костюмы, русская мелодия, интересный сюжет и, конечно, артистичные танцоры – вот секрет успеха этой постановки. Танец вызывает у меня счастье, радость. Он достаточно сложный, но его танцевать приятно. Справились сегодня? Да, справились. И аплодисментов было тоже достаточно. Концерт продолжался больше 2 часов. Пролетели они очень быстро и оставили незабываемые впечатления. И не только у тех, кто выходил на сцену, но и, конечно, у зрителей. Покоренные талантом, они не скупились на эмоции и аплодисменты. Довольно эмоционально. Мне очень понравилось все. Хорошо организовано. Дети все молодцы. Здорово. Красиво. Так вот смотришь на детей, как бы они как звездочки все выступают, показывают свой талант, на что они способны. Как бы мы за них рады, очень приятно присутствовать на таких мероприятиях. Остались довольны выступлениями ребят и их педагоги. По мнению наставников, участие в фестивале – это бесценный опыт. Каждый выход на сцену, будь то конкурс, будь то фестиваль, будь то просто обыкновенный концерт – это огромное приобретение и уверенность в будущем для детей, потому что они как-то начинают себя более уютно чувствовать на сцене. Каждое выступление – это повышение уровня, это уверенность, это стабильность появляется и смелость, самое главное. Они уже перестают бояться этой сцены. И хочется пожелать, чтобы яркий, зрелищный фестиваль «Радуга танца» с каждым годом становился все более масштабным, привлекая в свои ряды новых юных участников. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Видное ТВ.